добро пожаловать в Чернобыль. Я достаточно стар, чтобы помнить аварию 86-го. Но сегодня вам предстоит столкнуться не только с радиацией, но и со старыми знакомыми из Блэквуд. На линии какие-то помехи. Будьте готовы к тому, что у нас могут возникнуть проблемы со связью. Затеяли Блэквуд на этот раз. Вам придется во всем этом разобраться. Граната пошла! Стрелок готов! Так. Только посмотрите на эти грибы, если их так можно назвать. В жизни не видел ничего подобного. Хорошие новости от наших спецов. Эти зомби больше не опасны. Но есть и плохая новость. Почти наверняка это означает, что Оберон приготовил для нас что-то гораздо, гораздо хуже. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Осторожно! Граната! Внимание, дроны! Сбейте их, пока они не навелись на цель! Нужны патроны. Спасибо.
Спасибо, док. Ты как раз вовремя. Враг убит, можно идти. Благодарю за помощь. Жижа, которую вы здесь видите, появилась в Чернобыле неспроста. Пока мы знаем очень мало, но, судя по всему, она радиоактивна и напрямую связана с деятельностью Blackwood. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Граната! Готовьтесь к атаке с воздуха. Вы знаете, что делать. РПГ в ящиках рядом с вами. Уничтожьте врага. Blackwood бросают в бой свою летающую крепость Богомол. Кроме названия, мы о ней почти ничего не знаем, но будьте уверены, она напичкана новейшим вооружением.
Граната пошла! Стрелок убит! Настоящий бункер. Блэквуд явно не хотят, чтобы мы увидели, что внутри. Поэтому будут сражаться как одержимые. Эти турели защищены силовым полем. Попробуйте отключить его хотя бы на несколько секунд с помощью РПГ. Подключайтесь к терминалам. Отлично, мы начали получать данные. Я свяжусь с вами, когда они будут расшифрованы. Вперед по сравнению с тупоголовыми зомби. Новый противник гораздо опаснее. Уничтожить его почти невозможно. У Седа есть одно слабое место. Сбейте его на землю издалека, а потом быстро атакуйте в ближнем бою. Невероятно, вам удалось уничтожить Седа. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Так, подождите-ка. Отлично. Вы были на волоске от смерти, но опасность еще не миновала. Блэквуд готовится встретить вас у башни, и явно не с красной дорожкой. Мы расшифровали файлы из лаборатории. Блэквуд называют зеленую жижу Седриум. Также мы знаем название киборгов Седы. Этот материал явно важная часть всей операции противника. Продолжаем движение.
благодарю за помощь. Благодарю, Дом. Огромное количество отходов Седриума появляется на поверхности в болотах. Идет производство в промышленных масштабах, которые явно преследуют определенную цель. Блэкбуд хватит этого, чтобы с легкостью отравить всю Европу. Похоже, Бур каким-то образом повредил трубы. Скоро из этой скважины хлынет Седриум. И тогда лучше вам не подходить близко. Даже испарение от него смертельны. Стрелок убит! Седриум поступает в башню. Вам придется взять ее штурмом. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Осторожно, граната! Контрольная точка. Боезапас пополнен. Игроки воскрешены. Если размер этой штуки соответствует силе землетрясений, которые она вызовет,
У нас большие проблемы. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Вот черт. Посмотрите вниз, за стекло. Помните тектоническое оружие из вулкана? Да, именно. Блэквуд использует его снова. Если скважина станет достаточно глубокой, нас ждут невообразимые разрушения. Нужно остановить их прямо сейчас. Это приоритет. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Подкрепление у врага. Используйте терминал, чтобы включить лифт. Наших умников из тех отдела появилась идея, которая может сработать. Если изменить амплитуду сейсмического бура, он разнесет все это здание. Нужно только добраться до панели управления. Спасибо.
обычно говорю, отлично сработано. Блэквуд потеряли еще одну башню, а мы получили важные сведения. И главное, чудом выбрались из этого ада без потерь.